секунды пошли. А, вот. Сейчас вот идет... это самые лучшие съемки, когда сейчас все идет... смотрят в камеру. Да, сейчас идет видео, видишь, уже, короче, вот. То есть это у нас тестовое видео. Но я думаю, у нас все хорошо получится. В общем, у нас сегодня день такой, что мы решили поехать наверх на Ратраке, на, чтобы подняться на приют. Ратрак стоит 1500 рублей. Вот эти штуки. И мы сейчас втроем с Ксюшей и Серегой поедем на Ратраке наверх, а потом будем спускаться с 4100 метров вниз. И хотим вообще пульнуть максимум и спуститься до Поляны Азау, у нас получится перепад порядка 2000 метров. Наши друзьяшки Ваня с Машкой пошли пешком сегодня, и мы как истошные решили им махать, кричать, чтобы они обратили на нас внимание и подождали нас, пока мы поднимемся наверх и спустимся. В лыжных ботинках, конечно, одно удовольствие прыгать с Ратрака, потому что в них так-то ходить не очень понятно как, особенно в моих, которые прям такие фитнесовые и не предназначены для ходьбы, для скитуры. В общем, они не гнутся совершенно никак, несмотря на то, что они мягкие. По факту они жестче, чем скитурные ботинки вот у ребят, с которыми я ездила. В общем, мы сейчас находимся прямо под скалами Пастухова. По часам показывает 4:518. Снимаю быстро, потому что очень холодно, очень сильный ветер. Собрались сюда на Ратраке от Горбаши за 2000 рублей с носа. Сзади ледник себя обгонял. Блин, не вижу ничего, что снимаю, потому что слепо целоваться. Там где-то вот здесь дружба грузинская. Сзади вон, о господи, что-нибудь видно? Вершины Эльбруса. И вот Серега уже достал фотик, так что у нас будет супер классные фоточки. Наша банда сегодняшняя и наш аутотранспорт. Ну и вот, собственно, мы спустились на 4100 на Ратраке, встегиваемся и собираемся ехать вот уже от этой стандартной точки вниз. Поднялись на 4600, отсюда нельзя спускаться на досках или на сноубордах, потому что очень много трещин и очень много бутылочного льда. Это когда прям лед открытый, и если ты туда попадешь на какой-то снаряге, ты можешь улететь, потому что сцепления нет никакого. Поэтому мы здесь только фоткаемся, дурачимся, а потом на Ратраке спустимся до безопасного места, до 4300, и поедем уже оттуда вниз. Поэтому очень много людей не набирают нужное количество ходов и не уезжают. Поэтому тут такой пеший проход получается у большинства катающихся. Так, ну мы спустились полпути Ратрака. И после от Ратрака ехать прекрасно. Прям мягенько, чипсики, свежая трасса. Тут прям на самом деле автобан из ратраков и снегоходов.
где-то сзади. Вот он едет. Вот. Ксюша идет. Не уехала на сноуборде. Где Ксюша? Вон она. Пошла пешком. Ой, мамочка. Так, вот. Эльбрус и Анюта.